Hello, друзья, с вами Стив Про, и сегодня я покажу Construction мод для Майнкрафта PlayStation. Возможно, многие играли с этим модом на ПК, но вот и вышел порт оригинального мода, который добавляет нам несколько механизмов. Ну что ж, во-первых, вот так у нас выглядят эти блоки. И да, друзья, опять же, есть минус этого мода. Ну и заключается он в том, что мод целиком на китайском языке, друзья, поэтому мы будем ждать перевода этого мода. Ну, есть вот такая труба, друзья, и я не знаю, как пользоваться этим модом, поэтому я сегодня просто вам покажу некоторые вещи этого мода. Ну что ж, как я сказал, есть вот такая труба, она мне напоминает трубу, есть также блок такой же, который есть труба, и есть вот такая печка, при нажатии на которой появляются китайские символы. Есть блок вот такой, тоже утемненный блок, но я его, к сожалению, сломал. Ладно, восстанавливать мы его не будем. Есть очень яркий светящийся вот такой гравий, и есть вот такой прозрачный столик, друзья. Очень-очень классный столик. Я не знаю, чем мне понравился. Но здесь есть кирочка, друзья. А также есть заготовка для этой кирки, с помощью которой вы сможете, по идее, делать свои вещи. Как нам говорит разработчик, вот с помощью вот этого шаблона вы должны сделать свои вещи. А также есть новая руда, которая крафтится из других руд. Но мод, по идее, классный. Да, есть также вот еще такая штучка, с помощью которой мы делаем наши новые вещи. Ну и, как видите, здесь очень много новых вещей, можно сказать, инструментов, которые вы должны, по идее, сделать. Здесь есть железная, деревянная и другие всякие палочки, в том числе и каменная палочка, друзья. И все предметы находятся вот в этих разделах, которые сейчас вы видите на своих экранах. Ну что же, как видите, мод, по идее, небольшой, но и с другой стороны он немного непонятный. И, к сожалению, эту печку мы сломать не можем. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.